брать проводку для ИК, двое для танка Хенлонг. Значит, есть вот такая схемка, нарисовал я. Такие проводочки пришли, целая пачка. Сейчас будем собирать. Значит, это идет в саму плату управления. Это пойдет на грибок, соответственно. И отдельная проводка пойдет на излучатель. Вот она плата. На плате мы видим порт и AirPort. Это первый слева с маркировкой CN2. Вот, собственно, в него интегрируется система. Вставляем теперь новый штекер. Получилась такая проводочка. Здесь 5-пиновый. В него вставлен светодиод. И здесь вот 5-пиновый. Как положено. Теперь вот она, самая простейшая схема. Внизу мы видим саму плату 2,4 ГГц и, соответственно, вот это то место, куда мы вставляем 5-пиновый штырьковый штекер. Значит, с него крайний идет на грибок. Грибок — это толстая ножка, это тонкая ножка. Здесь должны быть открытые, видно, сами коннекторы, проводочки. С обратной стороны там будет эта вилочка, которая защелкивает. Так, зеленый крайний из трех идет на середину, коричневый, ну, цвета любые могут быть, естественно, средний идет на левый край, ближе к толстому. Ну и эти два идут на диод. Полярность, я так понимаю, значение не имеет. Вот, собственно, и все. Да, проводку я уже проверил на танке, она работает. Спасибо за внимание.